Мы находимся в парке Юбилейный, на таком специальном, на такой площадке по скалолазанию. Вот. В принципе, здесь очень неплохо. Есть первого уровня, первый этаж для малышей, и второй уровень для детей постарше. Ну, в принципе, уже мы прошли всю дорогу. Сейчас финал. Финал, когда, я думаю, ребенок должен будет на небольшой скорости скатиться по веревке. А здесь также есть батуты. Батуты за 100 рублей. Тебе понравилось?